Всем привет. Я продолжаю обзор на британский рацион. Первое меню. На этот раз у нас к обзору предлагаю я обед. То есть я уже ранее говорил, я разделил меню на три разных употребления пищи. То есть завтрак, обед и ужин. И на этот раз это у нас обед к обзору. Из чего он состоит, мы посмотрим позже. По порядку, но... Общую картинку вы уже увидели. Курица карри. Там был рис карри в завтраке. И здесь курица карри. То есть смотрите, порция 380 килокалорий почти. Довольно-таки жирно. И здесь тоже 300 с чем-то. То есть уже 600. В общем, два напитка, спортивный такой, влажная салфетка, батончик энергетический, упаковочка арахисового масла, лесные орехи, масло, и чай и жвачка. Начну я все-таки с напитка. Это малин напиток и, кстати, энергетический напиток тоже малин. Да. Интересно, как они будут по вкусу. Сколько большая разница будет между тем и другим. Ну, в одном, в энергетическом, в спортивном напитке там больше калорий. Должно быть больше калорий. Вот тут арахисовое масло из американского рациона, знаете вы уже, довольно-таки такое густое, а это что-то жидковато. Ну, интересно, может быть, на вкус в принципе ничем не отличается, не знаю, попробуем. Также выдавлю немножко, так как нутелл должен быть, паста такая. О, что-то она довольно-таки густая. Если консистенция арахисового масла была такой же, был бы в восторге. Не представляю, как выдавить целый тюбик. Ну, батончик энергетический. Сколько в батончике калорий, что-то я не показал. А выглядит как завтраки сухие, вот в пакетах есть такие, только чем-то пропитан, даже не знаю толком. Но все-таки вернемся к нашим напиткам. Как я уже говорил, в этом очень много сахара. Я так предполагаю, что все-таки он такой же искусственный, как и все остальные. Поэтому мне интересно, как он будет именно на вкус. Растворяется так же, как и все остальные. То есть немножко сахара остается в самом начале, потом позже он также расходится. Видите, вот этот чистый сахар. То есть у которого не успел раствориться. Большую часть его заделил. Кстати, вкус приятный, такой как компот малиновый. Домашний малиновый компот. Это у нас спортивный напиток такого же вкуса, то есть тоже малина. Он разводится довольно-таки быстро. То есть уже видно, он практически развелся. Интересно. Как он будет на вкус? Тоже видно сахар. Как я уже говорил, что в нем еще больше калорий. Ну и сахар самый распространенный поставщик калорий в организм.
Еще сладче, чем первый. Хотя по вкусу больше интенсивный. А этот, наверное, говорю, с пяти у левого двоечка, у правого пятерка. Именно по вкусу, ну, сладковат на мой этот. Как мне нравится, во всяком случае. Ну, сейчас попробуем чаек. Настоящий английский чай. Двойной такой пакетик, как две камеры. Я не думаю, если честно, что он чем-то отличается от простого чая, который мы покупаем в магазинах. Я насколько знаю, что даже у нас любят именно цейлонский чай, тот, который в России раньше продавался, что говорят, наиболее вкусный, чем который с Англии. Хотя в Англии чай не выращивают. Ну, в общем, как я предполагал, по вкусу примерно то же самое, как и американский рацион, арахисовое масло само американского рациона, но вот консистенция какая-то такая жидковатая. А вот этот вот нутелла или паста, как нутелла шоколадная, она по вкусу слабенькая, а вот консистенция у нее что-то слишком жесткая. Ну, в принципе, на хлеб намазать можно и так, но вот выдавить из тюбика будет немножко проблематично. Я не знаю, может быть, это из-за неправильности хранения, без понятия. Кстати, батончик этот энергетически довольно-таки вкусный, я поражен. Не ожидал я от него такого. Это у нас основное блюдо, которое на обед. Курица, карри с овощами. Видно кубики картошки, видно горох. Наверное, я ее все-таки разогрею. Я думаю, что там она будет поприличнее видеть. Но, как я и говорил, я ее разогрел. Мне интересно не только внешний вид, но и вкус, поэтому, думаю, тепленьким она будет повкуснее. Ну, видно много картошки, тут кусочек помидорки, много гороха. Мяса немножко, хотя маленькие кусочки присутствуют. Если честно, как очень хорошая овощная консерва. Не ожидал я, потому что внешний вид был довольно-таки обманчивый. Я предполагал, это что-то наподобие рационов 85-го года, которые я уже тестировал. Вид американских рационов. А, так. Здорово. Удивлен. Вполне съедобным без каких-либо, скажем так, каких-то таких послевкусиев неприятных. Попробую еще влажную салфетку и вторую я оставил на ужин, хотя ее нужно было попробовать с самого начала. Но у меня руки чистые. По крайней мере, я так думаю. В общем, большая. Влажная в меру, не течет с нее ничего и хорошо можно вытереть. Здорово. И плотно. Ну-ка, интересно, попробовать ее разорвать. Нифига себе. Здорово. Ну, осталась еще жевательная резинка. Попробую еще ее. Три подушечки. Вкус мяты. Ну все. Подписывайтесь, ставьте лайки, будьте со мной и ждите завтра ужина. Всего хорошего, пока.